Раз, два. Да, я русский, но я родился и вырос в этой стране. Я слышу новости каждый день изнутри и извне. И все они правду, как могут, так и искажают. Или преувеличивают, или преуменьшают. Разжигают национальную вражду с помощью прессы. На всем стоят лишь политические интересы. Показушные процессы обвиняют народ. И это продолжается за годом год. Националы с обеих сторон бесят. Они кричат, но их слова для меня ни хрена не весят. Я вижу, что происходит, я вижу всю ситуацию. И те, и другие надеяться на провокацию, а президент пытается этого не замечать и упорно молчит. Но я не буду молчать о том, что вижу, адресуя эту критику всему правительству, в частности каждому политику. Нет такого, что тут русским не дают слова. Нет такого, не веришь, спроси из нас любого. Нет такого, что тут русским не дают слова. Нет такого, не веришь, спроси из нас любого. Нет такого, что тут русским не дают слова. Нет такого, не веришь, спроси из нас любого. Нет такого, что тут русским не дают слова. Нет такого, не веришь, спроси из нас любого. Политика политиков не давным-давно ясна. Цель одна — унизить другого, так поднять себя. Манипулируют массами, имея обещания. Выполняют задания, так провоцируют вражду народов. Видел разные времена, как люди вместе собирались, как флагами махались, как друг друга обнимали. Позже год за годом веру теряли, все забывали. Это было тогда, и это будет всегда. И не надо, и не пессимист, я смотрю здоровым взглядом. Коррупция всегда везде была со мной рядом. ТВ нас на иглу, когда дерьмо сужает. И масс-медиа дезинформацию каждый день продолжает. Что? Нет такого, что тут русским не дают слова. Нет такого, не веришь, спроси из нас любого. Нет такого, что тут русским не дают слова. Нет такого, не веришь, спроси из нас любого. Нет такого, что тут русским не дают слова. Нет такого, не веришь, спроси из нас любого. Нет такого, что тут русским не дают слова. Нет такого, не веришь, спроси из нас любого. Необоснованные пикеты у посольства Латвии. Новые законы, шмоны внезапные. Ах, в поездах обязательные платные страховки. Ловко творят зло обратное. Все это так и рвет из меня матное. СЛ, ОВА, они всем приятны. Зато понятны, но без вариантов. Это, конечно, не действует так на демонстрантов. Как ментовские дубинки берет спинки. А наверху следят, чтоб ты жил в одной корзинке. Чтобы знал только то, что им надо. А им надо руководить парадом. Быть впереди, а ты должен быть сзади. Чтоб не так замечал, когда и где дяди гадят. И законом не ладят. К примеру, шестеро красных экстремистов-пионеров едут выполнять, не до конца поняв задание. Трех берут на границе и под чьим-то влиянием. Остальные три захватывают совсем не то здание. Ай-яй-яй. Вооружены слегка, вот тебе на. Большие планы сорваны, вот тебе два. У правды две стороны, вот тебе три. И на 4, 5, 6. Попробуй просто сесть и понять, как все есть. Не нет такого, что тут русским не дают слова. Нет такого, не веришь, спроси из нас любого. Нет такого, что тут русским не дают слова. Нет такого, не веришь, спроси из нас любого. Нет такого, что тут русским не дают слова. Нет такого, не веришь, спроси из нас любого. Нет такого, что тут русским не дают слова. Нет такого, не веришь, спроси из нас любого. Да ты открой глаза, на все реально посмотри. Посмотрел, успокойся, расслабься, посиди. Послушай нас, СПА, Густаво, Озо, СРДК. Это наш рассказ, и так фу, политики, странные люди. Сейчас у нас мир, а будут выборы, здесь мира не будет. Все вот это продолжается годы. Между выборами мир, а на выборах невзгоды. Национально больные пугают всех извне. А те верят во все и готовы объявить войну моей стране. Но так уж обычно в это время пресса за громкими криками, наигранным стрессом пролезает один большой материальный интерес. Ведь здесь все борются за перевес. А слова мои звучат для тех, кто согласен выкинуть из моды обычай в неудачах своих, обвинять не себя, а целые народы. Нет такого, что тут русским не дают слова. Нет такого, не веришь, спроси из нас любого. Нет такого, что тут русским не дают слова. Нет такого, не веришь, спроси из нас любого. Нет такого, что тут русским не дают слова. Нет такого, не веришь, спроси из нас любого. Нет такого, что тут русским не дают слова. Нет такого, не веришь, спроси из нас любого. Я не пытаюсь здесь политику, но все же я имею мнение на то, что происходит. Заслуживают критики ваши деяния. Хоть господа политики, но может хватит мистики в вашей гнилой политики. Делите людей на правых и на левых, старых во всем подавляя и при этом поднимая первых. Те, кто были друзьями, вдруг стали потенциальными врагами, когда их столкнули вами. Люди здесь жили годы, а их ставят в уроды. И законов роды в жизни не творят погоды. Только парок с языком все больше и больше с каждым днем. Политику имел я, двигал свое дело.